Всем привет! Вы на канале Ирины Сорокиной. И сегодня будет обзорчик из магазина Fix Price. Магазин, в котором я сделала покупки, находится в метро Сокольники, улица Маленковская. Это город Москва. И сейчас я вам покажу, что же я там купила. Итак, первая покупка – это вот такая косметичка. Она прозрачная, сделана она из ПВХ. Черного цвета, здесь такая светоотражающая полосочка на ней, здесь молния, она не маленькая, довольно-таки такая объемная, такая большая косметичка, мягкая, не имеет запаха, стоит она 99 рублей. Вот такая вот симпатичная косметичка. Производство косметички Китай. Следующая покупка – это игрушка, мобильный телефон. Развивает ловкость и моторику ручек. Яркий телефон с разноцветными кнопочками знакомит ребенка со звуками набора номера, веселыми мелодиями. Такой вот хороший телефончик. Развивает слух, здесь указано. Стоит он 99 рублей. Купила внучке. Здесь вот так открывается, такие кнопочки, извиняюсь, собака реагирует, здесь тоже, здесь несколько мелодий есть, и здесь такая функция, как будто вы фотографируете. Удобно держать в руках, на трех батарейках. Батарейки уже входят в комплект этого телефончика. Вот здесь указано, что батареечки входят, три маленькие батарейки. Производство Китай. Вот такая вот симпатичная маленькая игрушечка. В руке держать, да, удобно. Следующая покупка – это вот такая майка, производство Турция. Это 100% хлопок, очень симпатично выглядит, очень приятная на ощупь, мягкая. И мне она сразу понравилась, я ее купила. Размеры были разные, цвета были желтые, синие и красные. Следующая покупка, я купила два вот таких сока апельсиновых, вообще называется он как нектар апельсиновый, апельсиновый нектар для питания детей раннего возраста старше 6 месяцев. Состав: апельсиновый сок, сахар, регулятор кислотности, кислота лимонная, вода, изготовлен из концентрированного сока. Минимальная объемная доля сока 50%. Изготовитель – Южная соковая компания, Краснодарский край. Вот такой вот сок. Контроль качества здесь стоит. Вот видите, контроль качества. Срок хранения хороший, до 2019 года. Сок я попробовала, он очень вкусный. Так что такой сок можно брать. Потом я еще взяла вот такое овсяное шоколадное молоко. В одном из видео я уже пробовала такое же молоко, но другого вкуса. А здесь шоколадное, тоже очень мне понравилось. Очень хорошее, вкусное. И при том много содержит полезных веществ. И точно такое же. Еще появился овсяный ванильный десерт. Написано: вместо заварного крема. Вместо заварного крема вот овсяный ванильный десерт. Следующая покупка – это салфетки влажные для ухода за салоном автомобиля. Предназначенные для очистки пластиковых и кожаных поверхностей, устраняют сильные загрязнения и неприятный запах. Не оставляет разводов и ворсинок. Здесь 100 штук.
очень удобная, опять же, вот этот замочек. Салфетки не засохнут, то есть такой замочек очень удобный в салфетках. Изготовитель — Московская область. Вот такие салфетки для автомобиля я себе купила. Также я не прошла мимо и опять взяла влажные салфетки универсальные для очищения, увлажнения кожи на каждый день. Гипоаллергенные, опять же, с таким удобным застежкой. Здесь 120 штук, они без спирта, экстракт алоэ содержат, и D-пантенол, и витамин Е. Очень хорошие салфетки, не всегда их беру. Стоили они 55 рублей, так же, как и автомобильные салфетки, которые я взяла, они тоже стоили 55 рублей. На этом мой маленький обзор из FixPrice заканчивается. Спасибо всем за просмотры. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!